Аплодируйте, пожалуйста. Я никогда не хотел, чтобы получилось так, чтоб я катался один до 4 утра. Точнее, до рассвета, пока светлее небо. Бывают такие места, где я никогда не был. Ехать на Субару, видеть новые лица, продолжать своим отцом гордиться. За его амбиции, за желание биться, за его невозможно ниже планки опуститься. Он для меня пример, мама для меня пример, брат для меня пример, роман для меня пример. Они мне показали, как в мире пребывать, что надо делать, чтоб себя докодировать. Только вперед идти, по жизни мне суждено, но на моем пути всегда есть одно но. Не беру во внимание, мне все равно, печку побольше, а то под утро холодно. Я хочу, чтобы у меня все было так, как запланировал, либо все, либо никак. Огромное спасибо за вашу драгоценную внимание.